Включен режим ожидания. Это же Рейнджер. Ну что, удалось разобраться с ситуацией на ферме? А, ферма. Нет, я еще не ходил. Сейчас едем. Иди на север в сторону Большого Бенни. Это... И мутанта звали, да? Сейчас едем. Системы активируются. Еще одно бандитское логово. Лили, как-то мне тут не по себе. Так сказала бы мама. Рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться, лишь хорошо залезет, а мне уже. Скучно тут.
5 контейнеров тут должно быть. Еще 2 контейнера. Еще 1 контейнер. Дальше. Дальше мы вот сюда вот. Убей мутанта, мясорубка. Штучку прислали нам из города этим вечером. Ты? Да, я тебе, золотко. Ты ведь окажешь нам честь? Ну, скажи «да». Скажи, что давно мечтаешь шагнуть сюда с темных улиц и присоединиться к нам в алькове удовольствия ради участия в игре. Ведь я вижу голодный огонь в твоих глазах. Признайся, ты с дымой. По-честному, ты же здесь
В надежде на обещание плотских наслаждений. Может, ты мечтаешь о самом сладком и красном из всех вин? Быть может, тебя снедает жажда настоящего гурмана? Жажда убивать. Да, в тебе есть зачатки величия. Позволь нам утолить твою жажду крови, золотко. Тогда поставь здесь свою подпись. А теперь, юное создание, твой путь к славе готов начаться. Убивай. Убивай. Убивай для Дездемонии. Уи, Мэуи, операция началась. Убивай за красотку Дездемонию. Заходи тратить жетоны. Подходи, мутант-бой. Чем могу помочь? Чокнутый Дизи Делюкс может достать что угодно. За твои кровавые жетоны снаряжу по высшему разряду. Это я понял. Что ты мне предложишь? Все для погрома, мутант-бития и полного раздрая. А подкинешь лишний жетончик, повеселей раскрашу пушки. Не пожалеешь. Вот, взгляни-ка своими глазами. Мне вот сюда, наверное, идти, да, тогда? А теперь, мезами, наш следующий кандидат. Полюбуйтесь, какой стиль, какой норм. Итак, приветствуйте перед вами истинный вирдос, это Уокер. О-ла-ла, к тебе идут штурмовики. Новая волна. На этот раз с особыми взрывными фокусами!
все? Так быстро. О-хо. Так, а дальше что? Другой зал. Золотка, опасайся дубиноглушителей. Осторожней, нам заплатили за три акта. Дробовик где-то. It's so loose.
ближайшего востока. Какой-то босс, типа. Работаем. Ну, похоже, это все. Все. Всегда рады. Давай, вперед! Надо идти. Ого! Это ли не мега-мутанта-бой? Я как раз смотрел повтор и гадал, скоро ли ты заскочишь в мою лавочку. Рад тебя видеть. Ты ведь не без жетонов. Можно еще разок попробовать пройти. Давай еще разок. О, у нас
разорившейся пустоши по имени Локер возвращается, чтобы покрыть себя кровью мутантов. Осторожно, дорогуша, идет новая группа. Это обжигающая страсть. Кончики все собираем, собираем. Вроде все собрал. Вроде все собрал, не помню. Thank you.
сейчас будет еще больше крови! Это бомбисты! Осторожно, талант, это еще не все. Мое сердце пылает так же. Последняя арена осталась. Приятно видеть такой энтузиазм. Конечно, ты хочешь убить нескольких мутантов для Дездемони. Ого! Это ли не мега-мутанта-бой? Я как раз смотрел повтор и гадал, скоро ли ты заскочишь в мою лавочку. Рад тебя видеть. Ты ведь не бежишь. Эй, по полной! Твой визит — это честь. Я тут побывал. Дальше мы едем. Тут я был. Возвращаемся. Системы активируются. Ну, приехали.
Возвращайся скорее, Уокер. Это же Рейнджер. Ну что, удалось разобраться с ситуацией на ферме? Да, вопрос решен. Надеюсь, ты не рассчитывала на аресты и все такое? Нет. Для бандитов ареста не предусмотрено. Спасибо за хорошую работу. Увидимся. Здрасте. Ого! Эд, хочешь еще что-нибудь прикупить? Приходи еще. Подожди-ка. Хочешь еще что-нибудь прикупить? Вы все карты надо купить. Так, мне надо карту купить сначала. Приходи еще. Здрасте. Блин, не туда поехал. Ладно, сейчас поднимемся. Я тут уже был. Ну что, воры, укравшие мой завод, получили урок хороших манер? Ну, дым ведь отсюда видно. Отлично. Пэтси, поаплодируй хорошему рейнджеру. А теперь будем строить планы восстановления. Прошу извинить. Так много дел. Ага, деньги получу. У меня хорошее предчувствие относительно этой встречи. А у тебя, Пэтси? Ты недавно в городе? Тогда знай. Перед тобой человек, который все потерял. Раньше я был человек со средствами. Владел небольшим магазинчиком там, в глуши. Неплохо зарабатывал, кормил семью. А затем однажды пришел отряд хмырей и забрал все. Они убили моих людей прямо у меня на глазах. А я даже пальцем не пошевелил. Я сбежал. Сбежал, как самый подлый трус. Частенько я слышу про этих хмырей. Раньше они были мелкой рыбешкой, совсем не страшной. А теперь они повсюду, у них крутые пушки и куча припасов. Они убивают всех подряд. И вербуют людей, они тоже агрессивно. Поглощают целые отряды. Присоединяйся или сдохни. Какие у них условия? Это отстой. Ты, похоже, из старых рейнджеров. Знай, мне было бы приятно, если бы эти хмыри получили по заслугам. Я там был. Симпатичное место.
Только трупы хмырей валяются. Таких хороших новостей уж 100 лет не было. Ты действительно как те прежние рейнджеры. Уж не знаю, правда это или нет. Этот взгляд мне знаком. Ты тоже из выживших, да? А теперь послушай лучше. Привет. Вы все возвращаетесь? Что новое? Да. Ого! Это же мой счастливый клиент. Приходи еще. Привет. Как дела? Этот взгляд мне знаком. Взгляд. Твои близкие погибли. Тебе много пришлось пережить. Мне тоже. Я потеряла целый отряд собирателей прямо в минуту. И теперь я топлю тоску в пойле. Потому что боюсь перейти к ответным действиям. Что было с отрядом? Мы искали утиль. Наткнулись на очень многообещающую жилу к югу отсюда. Полезли сразу, не выслав вперед разведчиков. Все жадность. Короче, стали спускаться, и на нас почти сразу бросился великан. Половина отряда погибла за секунды. Их раздавили, как жуку. Я сама чудом выбралась. Этот взгляд мне знаком. Ты тоже из выживших, да? У меня для тебя новости. Лак мертв. Мертв? Невероятно. И мне нечего предложить тебе, кроме своей благодарности. А. Мы его завалили. Ты мутов убивать хочешь? Если да, то обратись к Дездемоне и Колд. Мы знакомы. Интересная дама. Это точно! Прям уникальная! Обожаю шоу «Убей мутантов». Это лучше, чем секс! Удалось тебе найти нашу крутую крепость? Удалось перебить мута. С ними покончено. И добро я твое нашел. Они все равно вернутся. Они как таракан. Оставь добро себе. Мне оно ни к чему. Мне нужно только пойло. Все, понял, идем дальше. Не лезь ко мне. Я кое-что знаю. И терять мне нечего. Эй! Рейнджер, спасибо за поддержку. Я ж не врала. И мне жуть как надо было выпить. Очень нужно. Вот прям вилы. Ну, ты в курсе, что у тебя в крови плавают нанотриты? Думаешь, какая от них польза? А еще какая? Умники-ученые нашли способ их программировать с помощью нанотритовых штаммов. Короче... Они реально дают суперспособности. Большинство штаммов утеряно, но некоторые сохранились в запечатанных ковчегах. И очень тебе пригодятся. Знаешь, где найти ковчег? Один нетронутый ковчег есть к югу отсюда. Твоя нанотритовая сигнатура должна обеспечить тебе полный доступ. Вот только не спрашивай меня, как все это работает. За умными разъяснениями обращайся к доктору Квасиру.
Ага, от этого доктора мне надо найти. Уокер, ты в курсе, что в проекте «Кинжал» я отвечаю за скрэмблер? Это устройство, которое поможет тебе справиться с вредоносной техникой в штабе правительства. И пока оно еще не готово, я советую тебе заняться моими операциями и другими проектами. Я работаю только на Марше. Узнаю для него все подноготное. Что творится тут? В стволе, в пустошах, в источнике, везде. Даже в Винланде. Марш меня вроде как подобрал. Без него я бы так и загнулась в канаве. Пока. Только смотри, чтоб тебя там не убили. Рассказывай. Отсюда можно выходить, это тут я уже все сделал. Не забывай о главной цели. Чувак, чертежи где-то должен продавать. На МС. Возвращением в магазин Бойки! Так, ладно, похоже, его я не найду. Этого чувачка. Выполню тогда еще одну миссию. Точнее, на сегодня, наверное.